Уссо. 20 августа 1944. Мы продвигались к Парижу целый месяц, стягивая кольцо вокруг оставшихся в районе немецких сил. Но как загнанная в угол крыса, противник нанес последний удар. Чтобы чего-то добиться, мы должны быть готовы ко всему. Например, работать совместно с британским спецназом. Что-то назревает. Согласен. Дэвис приехал. Разведка сопротивления сообщила о немецком поезде с ракетами Фау-2 для атаки на Париж. Дозаправка в Аржентане. У нас едва хватит времени выдвинуться на позицию. Остановим поезд. Вы проявили себя в Мариньи, и вам выпадает честь это сделать. Спасибо, сэр. Но, кажется, одного взвода будет мало. Работайте с британским спецназом. Не похожи на британский, какой-то французский эти. Питерский. Лунайт. Вам двоим, похоже, досталось. Не волнуйтесь, лейтенант. На вас тоже хватит. Во главе операции агенты Вивианы Кроули. Они давно работают с сопротивлением и знают местность. Вы в подчинении. Мы слышали о Мариньи. Здорово. Мы просто выполняли свою работу. И очень хорошо, но это только начало. Это не просто немецкий поезд с припасами. Это крепость на колесах. Наша связная Руссо должна помочь, но атака на сеть сопротивления может значить, что мы одни. Судьба Парижа в ваших руках. Нет. А почему британцы? У британцев были бабы? Не помню. Помню, как было, когда мы высадились на Веркоре. Устроили засаду на патруль. Ты просто старый романтик. Ладно, вот цель. Так напоминает из третьей части. Поезд прибыл вовремя. Не видел поезда больше. И брони толще. Это бронепоезд. Эти ракеты Фау-2 бьют на 200 миль. До Парижа точно долетят. Нельзя дать им их запустить. Ш-ш-ш-ш. Впереди движение врага. Ладно, мы с Вивиан снимем их. Тернер, ты идешь сразу после. Дэниелс, раз вы с Сусманом так справились в Мариньи, вы поддержите их огнем. Ну давай. Ладно, пошли. Двигайтесь потише. Надеть глушители! Убери снайпера. Используй нож, Дэниелс. Отлично, Дэниелс. Теперь офицера. После тебя. Превосходно. А вторая машина, то есть не... Тернер, возьми пару человек и обойди дом. Дэниелс, останься с Кроули. Идем. Как юзать ее? Забыл. Тернер, возьми пару человек и обойди дом. Дэниел, останься с Кроули. Черт! Задание не закончено. То, что я завалил стелсом, ничего себе.
А, ладно. Пойдем по стелсу пройдем. Тернер, возьми пару человек и обойди дом. Дэниелс, останься с Кроули. Так, как бить? Тернер, возьми пару человек и обойди дом. Дэниелс, останься с Кроули. Тернер, возьми пару человек и обойди дом. Дэниелс, останься с Кроули. Как ударить прикладом? Осторожно. Молодец. Снайпер твой, Дэнни. Высовывайся и иди медленно. Кью, ладно. Нормально, заметил. Пытаюсь.
Подожди! Пришло твое время, бери руль! Это мне уже не мое. Надо попасть в голове поезда! Стреляй! В вагоне! Еще враги! Пулеметы! Хорошо, Дэвид! Вытащи нас отсюда! Если приблизимся, они не попадут! Да, конечно. Граната! Сейчас! Да ты... Пизду, блядь! Граната! Сейчас! Идиотизм, блядь. Да сколько можно-то падать, пидор ты ебал. Я понимаю, он длинный, но... С чего он начал так... Мне не показалось? Неужели живы? Это войдет в учебники. Надеюсь, что Стайлс заснял. Может, Пирсон теперь хоть ненадолго от нас отстанет. А? Берегись! За мной. Отведу вас к взводу. Ну, прости, а ты вообще кто? Друг. Идем. Я не могу делить французский акцент. Ри. Круассан. Почему мы не можем делать французский? Почему мы получаем за это деньги? Почему мы расстреливаем людей? Да можем просто дать им пахары. С какого хара тут вообще девушка делает? Я знаю, что ты не французский. Терезень. Пошел. Я нажимаю, как могу. Бросай!
многовато врагов. Кажется, вы потихали этих людей. А, вы встретили Росо. Поттера. Окей, ну, все нормально. Она из Маки, сопротивление. Она убила Краута, который напал на нас. Можно было хотя бы попытаться его допросить. Много возни, он того не стоил. Я думал, ты все. Похоже, ты наделал дел. Поезд надо было остановить, не разрушить. Ага, мне очень жаль, но все пошло не по плану. Не разрушить. Мы теперь переполошили все чертовы немецкие посты в округе. И уже пора двигать. Вот и все. Мы еще не закончили задание. Разве не так, майор? Вы должны нам помочь. Не знаю как, но нам с Цусом удалось пережить крушение поезда и даже встретиться с крутой французской девчонкой. Ее зовут Руссо. Она из сопротивления. Руссо заставила нас искать на месте крушения документы. Они были нужны и для задания в Париже. И для нас у нее тоже дело нашлось. Короче, я объясню вам, что такой французский поцелуй снизу. Взорвав тот поезд, мы выиграли для Парижа время. Захваченные нами бумаги позволят бойцам сопротивления проникнуть в самое логово нацистов. Я в деле. Август 44-го. Момент настал. Мы собираемся освободить Париж. Французы из 2-й бронетанковой и наша 4-я пехотная придут к утру. Значит, сегодня вечером выступаем. Нотр-Дам? Нет? Ну вот. Прошла неделя, как мы остановили поезд. Наш взвод в Париже работает с сопротивлением. Руссо и Кроули разработали план диверсии. Прямой удар по оккупантам. С помощью документов, добытых в поезде, мы с Руссо внедримся в гарнизон под видом нацистских офицеров. Сюда, джентльмены. Весь она красивее выглядит. Гарнизоном командует полицейфюрер СС Генрих. Он не нашел меня и взялся за моих родителей. Затем мужа. И, наконец, сына. Сегодня вся наша борьба, все наши потери обретут смысл. Сегодня мы вернем себе город. Гарнизон. Там есть свой человек, снабдит нас взрывчаткой. Мы взорвем ворота, и для вас это будет сигнал. Как ты меня заебал, Геральт. Иди отсюда. Ладно, ребята, готовимся. Смотрите, я могу делать голос Геральта. Посмотрите, я могу делать голос Брэд Питта. То вынесем и это. Я воевал с ним на Кассерине. Всем бы его храбрость. Или нет? Да вроде да, и ты голос Брэд Питта его. Теперь... Лезем в логово к волкам. До встречи. Да хуяч. Еще блокпост.
фашисты. Скоро этот кошмар кончится. Если тебя остановят, твоя легенда должна быть идеальной. Итак, повторим. Ты Герда Шнайдер, военный атташе. Тебя прислал Герр Шпигель из разведки для безопасной эвакуации Генриха в Берлин. Не торопись, повтори свою легенду. То есть я буду нажимать кнопочку 1, 2, 3? А почему я заиграю за папу? Герда Шнайдера, Гамбург, Германия. 24 января 2011 года. Письмо Лукенти Куритахайс. Франц Шпигель. Легик. Личный документ для полиции фюрера Генриха. У нас один шанс. Подкупить человека внутри стоило огромных сил. Надо его найти и обменять свой чемодан на его. Надеюсь, он смог добыть взрывчатку, которой мы взорвем ворота. Не переживайте так, майор. Это моя работа. После завершения операции я вас встречу перед гарнизоном. Почему идет француз? Кто послал? Ашпига. Да. Что бы ни случилось после обмена, ни в коем случае не выпускай чемодан из рук. Поздно отступать. Вот чувствуется разница между английской озвучкой и русской, когда они не поменяли. Guten Abend. Papiere, bitte. Danke sehr. Fahren Sie weiter. Die Papiere, bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Ты не слышишь мою французский R? R? Питарре. Помни, тебе нужен... Фишер. Он будет в серой форме офицера. Скажи мне пароль. Вахлен. Удачи. И как он выглядит? Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Keller Karten. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Nein, типа. Подвальные помещения резервируются для отдыха рядового состава. Северное крыло используется только для нужд командного состава. Западное крыло используется для размещения личного состава майора Варнера. Нет, мне же сказали он. Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt.
Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an! Ça suffit. Top. Mais qu'est-ce que... Сиди тихо. Сила сопротивления уже в пути. Сопротивление уже в пути. Vive la résistance. Viva la résistance. Viva la dirka. Последнее донесение с фронта дает основание полагать, что противник будет наступать севернее Парижа. Поэтому в полномасштабной обороне города нет необходимости. В связи с этим я приказываю сосредоточиться на внутренних проблемах. В первую очередь на ликвидации известных повстанческих ячеек и выявлении потенциальных... Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Kennen Sie den Dichter Verlaine? Otto hat bei den Frauen genauso viel Pech. Ein guter Deutscher liest keine französische Poesie. Vielleicht sind Sie ja gar keine Deutsche. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Aber natürlich. Hier sind Sie. Nennen Sie Ihren Namen. Gerda Schneider. Ja, Gerda Schneider. Ein guter, starker deutscher Name. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Так, имею, блядь. А сам на мою жопу смотрит, блядь. Ебаный мужик, самец хуя, блядь. Фу. Наверняка какой-то фразой он хотел меня в постель затащить. Надо в суд на него подать через 30... Ну, если доживу. Нигде, я наверху, внизу. От бабы мне подсказать не могут. Stopp! Ich sagte doch, kein Zutritt. Geben Sie mir Ihre Papiere. Bitte sehr. Was er mit den Gefangenen anstellt. Herr Heinrichs Büro ist im zweiten Stock. Was wollen Sie von ihm? Ich habe Reisedokumente für ihn. Ja, also gut. Gehen Sie. Sie kommen mir irgendwie verdächtig vor. Begleiten Sie mich. Проходите. Sind Sie noch nicht weißt weg? Du, was ich hier will? Буги-лифт. Der Balkon ist zurzeit gesperrt. Stopp! Ich sagte doch, der Balkon ist gesperrt. Geben Sie mir Ihre Papiere. Ich habe sie hier, bei mir. Was haben Sie in der Aktentasche? Ich habe Reisedokumente dabei. Alles in Ordnung. Gehen Sie weiter. Wow.
Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. Я тут одного вашего убил. Все нормально. Надо торопиться. Вы готовы совершить обмен? Нет, вы рано. А я уже опаздываю. Взрывчатка будет в портфеле, похожем на ваш. Меняться будем в оперативном пункте. Ведите. Нет, за мной следят. А вы можете добраться до кабинета Генриха на третьем этаже. Там срежете путь до северного крыла, миновав КП. Нас не должны видеть вместе. Идите и до встречи в обехпункте. Да пошел ты. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten, er kommt gleich zurück. Камор. Шарфюрерю. Альбрехту. Расследование пропажи взрывчаток, взрывчатых веществ из арсенала номер 5. Ага. Позволило сузить круг подозреваемых до двух лиц. Аберса Карла Фишера и ефрейтора Вальтера Гербера. Рекомендую начать с Гербера, он здесь недавно, легко согласится сотрудничать. С Фишером следует быть осторожнее, если мы безосновательно обвиним его, он может доставить нам проблем. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Ja? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ja, ich lese Französisch. Ich bin Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Ich lese Berlinske Akzente. Fräulein Schneider. Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sicher. Ubiu. Vielen Dank. Danken mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Если вы не будете строго судить, мы можем с вами перейти на английский, потому что, я уверен, практика ведет к совершенству. И она сейчас эр выдаст. Питер, nehmen Sie das Platz. Садитесь. Итак, Герр Грубер прислал вас подготовить мой отъезд. Я польщен. Это был герр-командир Шпигель. Отлично, отлично. Бдительность в наше время не лишняя. Вы такая серьезная. Ты что-то посыпал мне, Питер. Давайте выпьем. Но у тебя рожа нехорошая. За возвращение на родину. Французы друг друга стоят. И давай так. Оп, но подпочь. Боже, как я буду скучать по их кухне. Берут овсянку. Крошечную, пявчую птичку.
выкалывают ей глазки, чтобы она только жрала. Потом топят в коньяке. Это гениально. Даже не знаю, почему я буду больше скучать. По вкуснейшему мясу. Или потому, как она медленно дохла. Но в одном я все же уверен точно. Смотреть, как извивается под моим сапогом твой сын, было приятнее всего на свете. Руссо! Да заебло! И вхлебал им. Это за моих товарищей. Это за моего сына. Да не кричи ты так. Это за меня. Так плохо. Вот это плохо сделано. Крестик. И то, как она у него в шее застряла. Плохо. Gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es fehlt Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Was soll die Aufregung? Das ist doch lächerlich. Wir müssen hier mehr Truppen stationieren. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor! Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Der russische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! На вас можно положиться. Все на ушах стоят. Что вообще, черт возьми, стряслось? Они поймали нашего шпиона. Вы успели поменяться? Да, взрывчатка у меня. Продолжаем задание. Встретимся во дворе, когда ты заложишь взрывчатку. Нельзя терять самообладание. Можно. Ладно. Ты каблуки бы сняла. Спасибо. Если будете в беде, я помогу. Так
Так он ни в чем не виновен, нет у него взрывчатки. Еще одно. А чё это у него прицела нет? Куда они пропали? Теперь дело за твоей командой, Дэниелс. Сейчас переключение, да? Опаздывают. Надо выдвигаться. Не стреляй, пока ворота не откроются. Будь готов. О, о чем? Вот, это наш. Скажите им! Пошли, парни! Без нас они гарнизон не удержат. Быстрее! Штрауки без твоей не уйдут! Кидаю гранату! Нужны патроны! Держи, Дэниел! Надо добраться до гарнизона! Вот это был самый первый автомат в бете, он был крутой. Держи, рядовой!
А-а-а. Понятно. Ну давай еще, нет? Фрицы все еще там, надо с ними разобраться. Ну гоу. Вот, да. Держи. Руссо, напусти туда дыма. У меня был пулемет. Ложись! Чисто! Установим оборону. Немцы скоро появятся. Это лучшая точка для обороны. Подойдут, бросай коктейль Молотова. Угу. Весь город отбивается. Мы справимся! Дальше по улице дым! Вот они! Целься в водителя! Остальным ждать, когда подойдут на выстрел! Хороший выстрел! Пулемет, открыть огонь! Отгоним их от моста! Огнеметчик! Убить огнеметчика! Снайперы! Дальние за стены! Слишком близко подошли! Впереди враги! Бросай коктейль Молотова! Бросаю гранату! Хорошо.
Куда отсюда? Не понял, куда это вы отступаете? Идите сюда. Вива ла Франси! Вива ла Питер! Превосходно потрудились. Превосходно. Справились. Диголь с войском входит в город. Похоже, мы все же отведаем шампанское и икру. Эй, Дэниелс, где та красотка, которой нужен симпатичный солдат? Прости, друг. Хотел тебя подбодрить. Вот так всегда. Город огней. Они сразу приготовились стрелять фейерверками? Ну вот, хорошая новость, верно, Кроу? Назад пути нет. Франция вернула себе Париж. Но это еще не конец. Война не закончена. Да брось, Пирсон, пусть порадуется. Для этого есть терна. Я никогда не забуду, как мы брали этот гарнизон и освобождали Париж. Черт, кажется, даже Пирсон улыбался. Набрав такую скорость, мы прорвемся до самого Рейна. Что такое Рейн?